Всем привет! Сегодня мы были в Макдональдсе и купили детский обед в двух разных коробочках. Одна как Happy Studio, вот у нас есть, и одна как в сейфе находится. Сейчас, мам, сейчас открывать. Сейчас откроем. Открывай, показывай, что там внутри. Потихоньку. Ух ты, у нас подарочек. Панда. Мишка-панда. А во втором обеде у нас павлин. Павлин. А что у нас идет туда? Напиток по вкусу. Или кола, или какой вы хотите, апельсиновый, виноградный. Жареная картошка фри. И бутерброд. Гамбургер. Открывай. Это мой. Упс. Наш гамбургер перевернулся. А что у нас внутри гамбургера? Котлетка с кетчупом и немножко лука. Это называется детское питание. И также яблочный сок. Вот такая вот прикольная крышечка. 100% фруктовый. Банана. Яблочно-банановый. Всем приятного аппетита. До новых встреч.